Всем привет! Вы на канале Вяжем дома, и сегодня я хочу показать вам, как связать вот такой узорчик. Называется он песчаные цветы. Вот так он выглядит с лицевой сторонки, и вот так вот выглядит его изнаночная сторона. Раппорт узора составляет 13 петелек плюс 2 кромочные в высоту 10 рядочков. Этот узор идеально подойдет для вязания детских вещей. Так, приступим. Первый ряд мы провязываем полностью изнаночными петельками, а второй ряд вяжем лицевыми. Вот я его уже провязала, первый и второй ряд. И теперь приступаем к вязанию третьего ряда. Кромочную петельку снимаем, 6 петелек провязываем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше нам из одной петли нужно вывязать 6 петелек, чередуя лицевую и изнаночную. Вот смотрите, как это делать. Из этой петельки вяжем лицевую, но петельку со спицы не сбрасываем. Переводим ниточку на спицу, вяжем изнаночную и также не сбрасываем. Потом лицевую, это третья, опять изнаночную, четвертая, лицевая пятая и изнаночная шестая и сбрасываем. Вот у нас вот так вот получается. Дальше вяжем 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На этом закончился раппорт третьего ряда. Повторяем. 6 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6. Из одной петли вывязываем 6 петелек. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Дальше вяжем 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и кромочная. Переворачиваем наше вязание и вяжем таким образом. Мы вяжем все петельки лицевыми. Вот эти 6. Ну давайте провяжу. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 6. А вот где у нас был вот этот цветочек, 6 петель, которые мы вывязывали из одной петли, вяжем изнаночными. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот это мы провязали раппорт четвертого ряда. Теперь его повторяем. 6 лицевых, 6 изнаночных, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 кромочную петельку изнаночной. Пятый ряд мы вяжем так. А пятый ряд мы вяжем 6 лицевых, 6 изнаночных, 6 лицевых, 6 изнаночных. Это раппорт пятого ряда. Переворачиваем на другую сторону. Вяжем, короче, проще сказать, что пятый и шестой ряды нам нужно провязать по рисунку полотна. Итак, давайте провязываем. Пятый и шестой ряд я провязала по рисунку, но вы поняли, где изнаночные, там изнаночными, где лицевыми, там лицевыми петельками. И вяжем седьмой ряд. Кромочную снимаем. Вяжем сейчас 2 петельки вместе изнаночной. Еще разочек вяжем 2 петельки вместе изнаночной. Дальше 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 петельки вместе изнаночной, еще раз 2 петельки вместе изнаночной. Это мы провязали раппорт седьмого ряда. Сейчас мы его повторим. 2 петельки вместе изнаночной, еще раз 2 петельки вместе изнаночной, 2 изнаночные петельки, 2 лицевые, накид, опять 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные,
две петельки вместе изнаночной, и еще разочек две петельки вместе изнаночной и кромочная петля. Переворачиваем вязание, вяжем восьмой ряд. Раппорт восьмого ряда. 4 лицевых, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночных, лицевая, 2 изнаночных и 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Это был раппорт восьмого ряда. Повторим его. 4 лицевых, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночных, лицевая, 2 изнаночные и 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Кромочная петелька изнаночная. Переворачиваем вязание, вяжем 9 ряд. Раппорт 9 ряда. Кромочную сняли, 2 петельки вместе изнаночной. Еще разочек 2 петельки вместе изнаночной, 2 лицевой вместе, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой, 2 вместе изнаночной. И еще раз 2 вместе изнаночной. Это раппорт 9 ряда провязали. Повторим его еще разочек. 2 вместе изнаночной. Еще раз 2 вместе изнаночной. 2 вместе лицевой. 2 накид. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой. Накид. Лицевая. Накид, 2 вместе лицевой, 2 вместе изнаночной, еще раз 2 вместе изнаночной и кромочная петля. 10 ряд вяжем следующим. 10 ряд вяжем одними лицевыми петельками. Провяжем их самостоятельно. Все, я провязала 10 рядочек лицевыми петельками. Он был заключительным в нашем рисунке, узоре. Вот так вот получается вот такой вот достаточно интересный узор. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!